У меня математика 80-10-10. Обвешивающим им адское наказание. И в 60, и в 70 можно остановиться. Просящий открывает для себя дверь нищеты. В хадисе сказано, религия – это легкость. Временные никяки запрещены. Я сам весь привит. У нас все, у всех детей были прививки. Есть сура женщины, но нет суры мужчины. Друзья мои, добрый день. Сегодня у нас долгожданное офлайн-интервью с мусульманским коучем, богословом, проповедником, имамом Шамилем Рифатовичем Аляутдиновым. В эфире «Триллионер Лайф». Шамиль Рифатович, хочу как раз начать наше интервью с денег в исламе. Вот какие деньги считаются... Большие. Большие деньги? Вы говорите, с денег в исламе. Я говорю, в исламе очень большие деньги. Очень большие деньги, да? А какие деньги считаются запретными? Хорошо. Ну, я к тому, что и в шутку, и всерьез. Во-первых, деньги в исламе – это просто наша обычная повседневная жизнь. Но для того, кто практикует ислам, есть возможность в обычную жизнь там, неверующего или христианина, иудея или буддиста, но все-таки как-то посмотреть с точки зрения ислама на саму жизнь и привнести в свою жизнь, если человек становится мусульманином, то все-таки многое там преображается, в том числе и в вопросе денег. Если человек становится мусульманином, мусульманкой, к сожалению, обычно люди воспринимают это как какая-то такая груда ограничений, какая-то такая бетонная плита, которая на тебя ложится, и ты должен такой нищете терпеть какие-то мучения ради Аллаха. К сожалению, этот стереотип, с учетом силы интернета, где одно мнение в каких-то случаях может глобально разойтись везде, его воспримут как чуть ли не как истину. Мы немножко получили такие эффекты и в вопросах там, бедности, и какого-то желания нищеты в контексте той же самой апатии, депрессии. То есть люди хотят уйти от жизни, но это не ислам. Просто желание человека и немалого количества порой людей, которые хотят просто уйти от жизни вроде как в духовность. Эта проблема есть, как бы сочетается порой где-то с христианством, там монашество, где-то буддизмом, куда-то там уйти, что-то медитировать, и где-то вот в исламе, где-то даже параллельно с каким-то там радикализмом, чтобы где-то что-то там как-то создавать. Поэтому, что касается денег, то отношение в исламе к деньгам абсолютно здоровое. В Коране постоянно говорится «Ва акиму саляу ату закя». Вы выстаиваете молитву, уплачиваете закят. Выплата закята подразумевает не то, что человек платит закят с пенсии, с зарплаты или там стипендии. Абсолютно нет. Как, к сожалению, многие так понимают. Абсолютно нет. Ты должен быть человеком с достатком, у тебя должно быть собственное жилье, что не так просто в современном мире иметь собственное, отдельное от родителей в том числе. Да? То есть у тебя семья, у тебя жилье, и у тебя в жилье, опять же, весь необходимый жизненный минимум. И после у тебя появляется энное количество сбережений определенных, которые, дойдя до определенного уровня, должны пролежать у тебя. Ты в них не нуждаешься. В течение года, и потом ты выплачиваешь закят. И в Коране чуть ли не через страницу говорится, выплачивайте закят. То есть достигайте этого уровня. Что касается процентов, то нужно понимать, что, например, человек с машины, то есть первое вы поняли, я надеюсь, то есть Коран, коранический текст, призывает человека к тому, чтобы он был финансово самостоятелен, достаточен, богат, то есть собственное жилье, иметь сбережения, и вот уже когда сбережения и год включается вот этот механизм закята, и то, начиная с близких, но не родители, не дети, но уже могут быть сестры и там братья, начиная с близких, которые проходят по категории, кому может выплачиваться закят, то есть некая такая поддержка малоимущим. И это от той остаточной суммы 2,5%. Шамиль Рифатович, 2,5% от той суммы, которая у тебя остается, ну, скажем, такой доход. То есть не то, что, например, человек зарабатывает 1 000 000 рублей в месяц. Из них он тратит, конечно, я возьму сейчас большие цифры, тратит 500 тысяч. Например, у него там
У него с женой там 10 детей, они учатся там в разных учебных заведениях, в том числе платно. Например, там 500 тысяч рублей он платит. От того, что он тратит в месяц, то есть человек зарабатывает, пусть хорошо, тот же самый миллион рублей, но тратит он примерно 500 тысяч рублей в месяц. С этого закят не платится. Хорошо, осталось 500. С них платится Шамиль? Нет. С них тоже в процессе может быть какое-то обновление, какая-то покупка, поездка на отдых и так далее. И только уже с остаточной суммы, с учетом перечисленных ранее условий, 2,5%. Закят лучше выплачивать ежемесячно, да, вот если у тебя есть доход, с которого ты можешь выплачивать закят, либо это все-таки оставить на конец года? Здесь практика может быть любой, как вам удобно. Ну, я давно уже отношусь к категории, которая уплачивает закят, и ну, я просто плачу не 2,5%, а значительно больше. И не от остаточной, а от всего прихода. Но это уже дальше, это индивидуально для каждого, как бы свое. Сам человек может то или иное наращивать с точки зрения какого-то участия такого созидательного в том обществе, где он живет. Так вот, моя практика многих лет, то, что появляется ситуация закятная, да, то есть люди ли это, организация, какое-то мероприятие, то есть закятная ситуация, я там участвую, и записываю эту сумму участия себе отдельно на лист. То есть я веду, с одной стороны, это вообще с точки зрения как бы математики лично, это приход-расход, и там подбиваю я раз в году весь этот приход-расход свой, годовой, и отдельным листом в тетради идет благотворительность. В конце года я уже все это подбиваю. Это, кстати, очень хороший лайфхак, потому что я периодически занимаюсь благотворительностью, но все же очень быстро забывается, да, и потом ты не помнишь вообще, кому помог, как помог. То есть все-таки лучше это вести такой учет. Ну, в любом случае важна математика, учет. Здесь, ну, для меня, я раньше учет не вел, потому что я, ну, всегда выделял больше 2,5%, значительно больше. То есть у меня своя математика, у меня математика 80-10-10. 83 инвестирования, 10 мои личные расходы, все семейные расходы, и 10 – это благотворительность. Но последний год, когда я подбивал, 2020 год, у меня от общего прихода получилось 5 – это все расходы моей семьи, а 17 – это благотворительность. Но это уже у каждого свое. Как раз вот чтобы подбить вот эти все цифры, основная задача, если брать канонически, то вот это остаточно, я беру весь приход. Это у меня индивидуально для меня расчет. Я называю это инвестицией в вечность. Но если брать канонический минимум обязательный, то с остаточной суммы выплачивается 2,5%. Это обязательно. То есть нужно не опуститься ниже вот этого уровня. А что будет с людьми, которые вообще не занимаются благотворительностью? Но нужно понимать, что жизнь, она невероятно многогранна. Всегда происходят этапы не только в развитии общества, но и в развитии отдельно взятой личности. Здесь, если говорить о культуре ислама, то, как в одном из хадисов сказано, «адуа муха ва инкалля», то есть лучше делать то или иное в небольшом количестве, но как можно более продолжительный период. То есть с точки зрения мусульманской культуры, вообще жизни, нужно вести здоровый образ жизни, вот правильный стиль на протяжении всей жизни. Поэтому, по сути дела, задача родителей – привить это детям. И дальше уже человек интеллектуально, духовно, физически и материально, он находится в определенном ритме. Этот ритм, он дает ему самому благополучие развития, и в том числе за счет его интеллекта, да, физического развития, в том числе материального развития, он способствует развитию других людей. И все это в определенных пропорциях, основное касается самого человека, а дальше уже потихонечку идет и остальным. И опять же, сегодня у одного достаток, завтра у другого достаток, послезавтра у третьего. И вот это вот выравнивание, в том числе материальной составляющей некого такого прожиточного минимума за счет взаимосвязи на разных этапах жизни. Но если человек сказать, ну вот вообще он правильно не питается, да, то есть очень с появлением достатка, например, если брать Америку или Персидский залив,
То есть это как бы вот с появлением фастфуда и материального достатка. Люди начали потреблять, и там ну, какие-то чуть ли не временами говорят 40%, да, общества. У них именно ожирение как болезнь. То есть человек, не видя здорового образа жизни, не задумываясь о последствиях, в итоге получает там, нарушение обмена веществ. Все эти формы нарушаются, и там, ну, все это тянет за собой печень, и почки, и желудок, и сердце, и все остальное. И потом уже там ныть, говорить или быстрее там на диеты садиться, все будет не так просто. Что касается материально, человек никогда благотворительностью не занимался, но я думаю, что все-таки, во-первых, это довольно сложно, тем более, когда у человека появляется материальный достаток, это какая-то все-таки часть нашей природы, где-то генетически заложена такая взаимопомощь. Но просто в исламе есть вот это вот минимальное, но некое обязательство, оно и пред обществом, и пред Богом. То есть в итоге имеет не только земную, но еще и вечную перспективу возвращения благом данному человеку. Шамиль Рифатович, а какие деньги считаются запретными в исламе? Потому что я знаю, что нельзя давать в кредит, да, деньги. Вот мусульманские банки, они, у них нулевые ставки. Если вы на самом деле сталкивались с мусульманскими банками, то есть... Честно скажу, не сталкивалась. Да, я по одному из направлений деятельности сталкивался. Оно чисто бизнесовое, никакого отношения к религии не имеет, но это было направление, связанное с исламскими финансами. Создание этого в одной из азиатских стран, этого бизнеса. Все, бизнес-план, все. 3 года выбивали у одного из крупнейших мусульманских, чисто мусульманских банков деньги, там порядка 10 миллионов долларов. И они это говорили, что дадут только под 7% годовых. С трудом удалось договориться под 6%, что очень невыгодно. И опять же они сказали, мы же должны что-то, ну, говорится, как бы вы же мусульманский банк. Они говорят, нет, мы же должны нашим инвесторам что-то возвращать. Так что здесь вот эту тему, я бы ее лучше в нее не входил бы особо. Вот. И я бы подошел, если хотите сказать о харамности денег. То есть современные, если брать, вот давайте коротенько по банкам закроем. Очень крупные авторитетные ученые говорят, что банковская, современная банковская система – это все-таки истифнар, то есть инвестиции. Банки, они обслуживают все уровни, все этапы, все нюансы мировой экономики. Это в том числе связано и с производством, предоставлением услуг всем и вся. Это банки, никуда тут не деться. Поэтому вывеска исламская, если посмотреть в суть, в глубину, практически механизмы особо не отличаются. Есть просто формулировки в договорах чуть-чуть отличаются. Как бы тут плавающий процент в зависимости от прибыли, а тут фиксированный. Там свои нюансы, я бы как бы от этого так вот отодвинулся, иначе ну, попадаешь на много нужно всяких подробностей, еще будут у людей еще и домыслов, что там человек разрешает риба, а это ростовщичество и так далее. Все это здесь не так просто. Но возвращаясь к вашему вопросу относительно харамных запретных денег, то, например, ну, последнее, даже взять, если фильм «Леон», да, то есть вот... какого он, 94-го, что ли, года. То есть вот если посмотреть, вот эти годы, порядка 25 лет последние, если проанализировать. То есть, ну, как я помню, в 80-х, когда видеомагнитофон появился, у меня в том числе в 80-х, ну, киллеров особо не было. Были там восточные единоборства и так далее, там Рэмбо, Рокки. Но вот киллеры, чтобы... И вот если взять там с 94-го того же самого «Леона», очень много. Вот киллер, да, например, Динара Саджан, то есть вот, например, вы предоставляете услуги киллера. То есть ужасно. У вас это очень... Да, ужасный вас пример. Это... Отличный пример, Динара Саджан, киллер. Вот, например, да, то есть вы попутно, вам нравится, то есть вы в свое время прошли специальные там курсы, в свое время, по каких-то специальных служб, но вас там уже, я не знаю, там отчислили или еще что-то, то есть или вы получаете какую-то маленькую зарплату. Тут бабах, у вас есть возможность с применением соответствующих навыков стрельбы, тем более с расстояния, спортивность, все это, военные все эти качества. У вас есть возможность, и вы там, убив одного человека, получаете сразу 10 тысяч долларов, в среднем как бы ставка по миру. Да? Иногда, если это посложнее, 30 тысяч долларов. Иногда, ну ладно, там в среднем 20. Вот эти деньги стопроцентный харам.
Или, например, человек, он торгует, пусть даже торгует на рынке. Как в Коране говорится, «Вайлю лиль мутаффифин». То есть, но в советский период, я еще помню, очень хорошо, я не знаю как, но все-таки умудрялись на этих весах обвешивать. То есть там что-то добавлялось за счет каких-то там, я не знаю, магнитов, еще что-то, да. То есть вот, вот этот процесс обвешивания, да, или когда там мешок чего-то кладут рядом с ним ведро с водой, да, там сахар или еще что-то впитывает в себя. То есть тем самым тяжелеет. Да? То есть вот эти процессы, когда идет очевидный обман, и даже в Коране говорится «вайлю лиль мутаффифин», то есть обвешивающим им адское наказание. То есть когда присутствует очевидное преступление, злодеяние, либо нанесение ущерба, вреда, обман, мошенничество, да, например, там мне... вот не раз спрашивали про одну компанию, не буду называть ее, неважно. То есть много очень и в Средней Азии, в России, в Европе, ну, вот постсоветское пространство, наверное, в какой-то степени, особенно те страны, где деньги чуть-чуть появляются у людей, вот средний достаток. У них появилось там, ну, дополнительных 500 долларов, 1000 долларов. Очень много пирамид, которые именно рассчитаны на эту категорию людей. И вот даже по одной компании люди в современных реалиях говорят, мы там инвестируем в этот рынок ценных бумаг, все вот нам давайте, приводите еще что-то. И люди, когда я одного человека консультировал, он говорит, да, говорит, я, говорит, был против, но когда мне жена принесла там 1 000 000 рублей, говорит, вот, говорит, смотри, вот мы заработали. Там средняя зарплата в России 40 тысяч рублей. А тут жена говорит, вот смотри, там я вот в свое время им дала свои 500 тысяч рублей, накопленные наши, да, вот тебе 1 000 000. И по факту, он говорит, там 1% в день. 30%, то есть у них ставка 20-30% в месяц. Да, это получается 240 и выше процентов в год. Ну давайте, если такой это выгодный бизнес, да, тут все, и Уоррен Баффет, и все-все-все мировые светила, инвестиции, они, конечно же, будут иметь с этой компанией дело, дадут им деньги, чтобы они в ценных бумагах смогли им заработать 240%. Процентов в год и выше. Но послушайте, S&P 500, если брать последние 100 лет, дает в среднем 9% годовых. За последние 100 лет со всеми плюсами-минусами 9% годовых. То есть понятно, что это мошенничество, что это пирамида. И когда поток клиентов уменьшится, то тогда просто-напросто они все эти манатки свои соберут, основную сумму, и улетучатся. И это постоянно, сотнями финансовых пирамид закрывают в России ежегодно. В общем, обманываешь в своем бизнесе, будет тебе наказание, да? То есть ислам против обмана. Очевидные преступления и очевидный обман. Меня всегда интересует, знаете, какой вопрос, когда я вижу такие ситуации, когда люди обманывают, да, с помощью коррупции зарабатывают деньги. И я вот думаю, интересно, они будут в этой жизни отвечать за эти грехи или же потом? Что касается там коррупции или обман, финансовая пирамида или киллер по ночам, то здесь в любом случае я сторонник с точки зрения как бы Корана и Сунны, ценностей мусульманских, не вешать ярлыки и не делать заключения относительно другого человека. Одному Богу известно, кем мы завтра станем и кем он завтра станет. То есть в Коране в том числе и слова «алейкум анфусакум», то есть «работайте над собой». «Ля ядуррукум андалля идахтедейтум». Если вы следуете верному пути, то тот, кто сошел с него, он вам не навредит. Поэтому если я соглашусь, что мы, люди, обычно всегда стремимся, так как у нас, у большинства людей нету собственных целей, задач, сценарий жизни, поэтому они всегда смотрят на чужую жизнь или там выносят какие-то решения по другим людям. Все не так просто, как нам кажется. Мы очень часто видим относительно других людей только верхнюю часть айсберга, а суть, там, степень вынужденности, намерений и все остальное, мы не видим этого. Поэтому касательно себя можно всегда это все совершенствовать, но совершенствовать не до такой степени, когда человек начинает все запрещать. Я знаю немалое количество людей, которые в конце 90-х, в нулевых или даже сейчас, но, надеюсь, сейчас уже более-менее поумнели люди, но тогда они, начиная религиозную практику, как-то почему-то находили для себя информацию, один запрет, второй запрет, третий запрет. То есть запреты выдуманные, надуманные, притянутые за уши, на основе каких-то сомнений,
Все. И человек в итоге лишался всего. Разрушал свой бизнес, разрушал семью, разрушал все свое будущее, да? Весь свой капитал не поймешь куда девал. И после уже через некоторое количество лет, то есть человек думал, что вот сейчас вот он, разрушив все, на этом месте что-то новое построит. Ничего подобного. То есть и таких людей немало, которые разрушили вроде как под таким религиозным соусом, но в итоге остались у разбитого корыта, и не факт, что это приумножило их веру, праведность и сохранило вот это вот постоянство в религиозной практике. Шамиль Фадович, вы только что сказали, что не у каждого человека есть цель в жизни, да, и не каждый пишет сценарий, да, такой позитивный, успешный сценарий своей жизни. Вообще, как научиться жить осознанно, да, понимая свой потенциал и используя его, скажем, то есть как правильно расставить приоритеты и жить, используя свой потенциал и монетизируя его, вот чему вы учите на своих курсах? Ну да, то есть самый короткий ответ – это сказать, что посетите мой трехдневный, да, или там пятидневный вебинар или семинар. Я рекомендую, там все, потому что я тоже его проходила. Да, там все по полочкам разложим. Но все-таки в контексте интервью несколько рекомендаций. Во-первых, конечно, очень важно, в какой среде растет ребенок. Это очень важно. Это уже этап ответственности родителей. Я своих детей стараюсь с 9, с 10 лет проводить через мои пятидневные. Вроде как я с ними общаюсь, да, но тот же самый пятидневный семинар мы проводим такие в Турции выездные. Ребенок садится, и вот 5 дней утром, вечером, он отвечает на самые ключевые вопросы. Что, зачем, кто он, чего он хочет в жизни добиться, чем он интересуется. И человеку вот, не оказалось, нет у него такой возможности, просто самому нужно сесть и задуматься, то есть остановить, поставить свою жизнь на паузу. Не дали ему это родители, если, ладно, не нужно их винить в этом. Вот не научила этому его школа, да, многому чему она не учит, в том числе финансовой грамоте. Но неважно, сейчас ему 15, 20 или 50 лет. Порой люди говорят, вот 50 лет – это время мне прийти на ваш там трехдневный, чтобы измениться. Но опять же, это от вас зависит. Если вы в 50 лет уже завершили свою жизнь, и вы ни во что не верите, конечно же, вам нечего там делать. Поэтому, на самом деле и в 60, и в 70 можно остановиться, чтобы понять, какие на данном этапе жизни у вас приоритеты. То есть вот эту всю гонку остановить, потребительство, потому что люди обычно успокаивают себя. Недавно даже одна женщина, она в Америке давно живет с мужем, с детьми, и она говорит, она проходила мой 45-дневный финансовый забег, она была среди ВИПов, и домашки я их проверяю. И вот я вижу, она говорит, удивительно, говоришь, ну вот за эти там 6 недель прохождения вебинара я только вот сейчас посмотрела на себя со стороны, на ту, которая была последние годы. То есть я просто ела, да, потом мне становилось тяжело, я засыпала, потом я просыпалась, я что в том числе проснуться часто, постоянно смотрела там сериалы на английском, потом я опять от сериалов уставала, от очередной серии опять ела, потом опять засыпала, ну, потому что тяжело становится. Говорит, поразительно, говорит, я вот так вот жила и как бы, ну, вроде как, все нормально. Или же одни тоже муж с женой, тоже в Америке живут, они говорят, вот мы, хорошо, что нам родители на каком-то этапе просто перекрыли материальное поступление. То есть родители и муж и жены обеспечены, тоже живут в Америке, все, это молодая семья, маленькие уже дети, им просто так давали 5000 долларов в месяц, просто так. И она говорит, хорошо, что нам родители перестали давать, потому что мы вот реально деградировали вообще. То есть я говорю, я вот сейчас, проходя ваш там этот вебинар финансовый, я сейчас задумываюсь, то есть я просто могла зайти в магазин, ребенку что-то понравилось, 500 долларов, 1000 долларов, абсолютно не важно, я просто покупала, даже не думая ни о чем. И вот сейчас уже я задумалась. Поэтому нужно вот остановиться и понять, каковы приоритеты, посмотреть на себя, да, то есть вот человек утром проснулся, вот на нем, например, там майки нет, он видит там свои формы, в том числе талии. Посмотреть на эти формы, нормальные они там для 30, для 50-летнего или ненормальные. Честно, да, посмотреть, да, на, ну, себя. Да, ну честно, потому что, то есть, как бы тут фотошопа нет, ваши глаза. Или та же самая ситуация с финансами, да, то есть, например, у человека тут долги, там долги, то есть он работает на двух работах.
Но у него постоянные долги, постоянная нехватка, ему там уже 40 лет, да, или 45. Ну, просто остановить ситуацию и понять. То есть люди вообще не ведут учета, сколько они тратят. Понять, что вот каково положение дел, на все на стоп, и так, чтобы хоть чуть-чуть у тебя какой-то запас. Потому что я всегда говорю, должен быть запас в здоровье, запас в отношениях, запас те же самые связи, в том числе финансовый запас должен быть. Поэтому вот это осознание, это в том числе анализ точки А, в которой ты находишься, и формулирование точки Б, к которой ты хочешь прийти. Да, работай со своим телом, ничего специально там мучить себя. Люди начинают себя мучить какими-то страшными, там, как один человек меня спрашивает, вот сухая там какая-то диета, вы слышали, 36 часов ничего не есть, не пить. Я говорю, ну будьте благоразумны, то есть ваш организм без воды – это очень вредно. Да, то есть это отравление будет конкретное. Ну, может быть, там, да, вам какую-то такую экзотическую, все, вы там проплатите или там в интернете посмотрите. Все это экзотика. Вот так вот мучить себе – это, опять же, без воли. Потому что, как я сказал, как в хадисе сказано, «Адуа муга ва инкалля». То есть пред Богом наиболее среди любимых таких поступков человека – это «адуам». То, что совершается на протяжении наиболее продолжительного периода, ва инкалля, даже если незначительно, и в здоровье, и в финансах. И вот осознание себя сегодняшнего, и с учетом положения дел, что нужно поправить, тем самым в итоге человек формулирует идеальную ситуацию там, со своим весом, со своими хотя бы сбережениями там, несколько тысяч долларов, хотя бы то есть, начать уделять внимание сколиозу, скривлению позвоночника, порой люди, подростки говорят, вот у меня там скривление позвоночника. Я говорю, ну делать упражнения. Они это говорят, как будто это какой-то приговор. Ну как, послушайте, это же ваше тело, ваши мышцы. То есть нужно с этим работать, нужно сформулировать точку Б и каждый день уже начать наполнять делами, действиями, начиная уже со слов и мыслей, для того, чтобы все-таки достичь этой точки Б в назначенном. Друзья мои, всем привет! Мы находимся в московском ЕС-апарт-отеле. Если помните, я знакомила 3 года назад вас со Степаном Зайцевым. Тогда у нас в столице еще не было ЕС-апарт-отеля, сейчас он достроен. Мы приглашаем вас на официальное открытие. Спасибо. Я вот, кстати, 3 года назад, когда приезжала в ЕС-апарт-отель, мне было интересно вообще, как работает эта система, потому что это первый апарт-отель у нас в Казахстане. Я бы еще раз хотела показать, как это работает в деле. Давайте покажем. Без проблем. Давайте пройдем, посмотрим. Выпили чашку кофе. Все-таки есть преимущества в апартаментах. Вы знаете, сейчас жизнь такая достаточно мобильная, динамичная, поэтому такой способ проживания, он более комфортен, чем там квартира, да, какая-нибудь среднестатистическая, потому что вся ваша бытовая жизнь, она сведена, вот эти вот все трудности, они сведены к минимуму. Год назад в нашем онлайн-эфире вы сказали, что однажды к вам подошел человек возле мечети, да, и попросил милостыню. Он примерно был ваш ровесник. И вот я очень хорошо запомнила этот момент, потому что я вот задумалась, что действительно человек может к 45 годам или к 40 годам, да, или к 50 годам не обязательно заработать какой-то большой финансовый капитал, но социальный капитал он точно должен заработать, да, то есть люди должны ему доверять, то есть если он хороший человек, но, как правило, люди сами виноваты, да, в своих ошибках. Где-то они в молодости, да, потеряли семью, может быть, доверие родных, близких. Вот если, скажем, человек на самом дне, и вот он вынужден просить милостыню, как ему снова обрести доверие и вообще как ему снова, скажем, подняться? Конечно, этот вопрос заставляет меня прокрутить, но слишком много жизненных историй, ситуаций. И, наверное, первое, что я вспоминаю по коже мурашки, это мы... То есть, вот, скажу так, на самом дне, в современных реалиях, быть невозможно. Если ты сам себя за шкирку не взял и на это самое дно не кинул. Современные реалии, возможности, технический прогресс, ну все. Все, в любой стране, даже в Африке, в самой нищей стране. Все равно, то есть, ребята, которые потом там в Швейцарии, то есть, если взять там футбольная команда, основной, если это африканцы, по-моему, там один только из Швейцарии сам местный. То есть это дети, которые играли из того, что у них есть, но они не просто играли бесцельно, а развивали какой-то навык.
в любому человеку, тем более человек, который находится, не знаю, там, живет где-нибудь в Техасе или в Москве, Санкт-Петербурге, в Алматы, там, Бишкеке, абсолютно неважно. И вот я могу вспомнить только один момент с точки зрения, то есть это, как вы сказали, вот этот случай и так далее, это случай в реалиях России. Вот в арабском мире многие страны, насколько я знаю, даже, по-моему, Турция тоже, у них нету такого понятия, как пенсия. Просто нету. У нас всегда была пенсия, если брать Россию. Всегда была пенсия, и это в какой-то степени расслабляло. Да, может быть, там государство, госслужащие где-то что-то недодумывали, где-то некорректно все это формулировали, иногда была она очень низкая и так далее. Но если сравнить, где-то бывает там пенсия, говорили, что в Венесуэле чуть ли не один доллар там, а у нас там, ну, 200-300 долларов, да. То есть я к тому, что вот в наших реалиях, когда в России ко мне человек подходит и говорит, что у него вообще ничего, но с учетом того, как жизнь обстоит в России, в самых разных ее уголках, какая у нас земля, мы не в пустыне, да, с точки зрения плодородия. То есть какие у нас законы, да, если взять, даже вот недавно одного человека консультировал, он в Бельгии. То есть он молодец, он в 90-х в конце был прихожанин нашей мечети, как раз оказался на моем многодневном вебинаре финансовом. И в том числе среди VIP я проверял домашку, и потом мне напомнил, когда была личная консультация. Вот у них, например, в Бельгии, если он ООО, а он и есть, он говорит, у меня, говорит, заморожена там вот такая сумма денег. То есть, чтобы вытащить деньги, он должен государству заплатить 50%. 50%. Это я не из газеты прочитал. То есть я всегда стараюсь из первоисточника узнать. И даже себе пометить, чтобы потом не забыть. И поэтому здесь вот, и он говорит, если ты 5 лет не берешь, то через 5 лет ты можешь взять, заплатив 15%. Вот. А в России ООО платит 13% и сразу вытаскивает. Или сейчас, например, заговорили про ИП. ИП, оно вообще может само себе вознаграждение отправлять раз, и у него там, ну, 6 плюс, если больше чего-то, то 7%. Налога. То есть, ну, послушайте, вот сравнивая ситуации, в том числе, например, да, люди там бегут, стремятся в ту же самую Америку, чтобы именно там родить. Но я думаю, что многие из них не знают о том, что человек, имеющий паспорт гражданина Соединенных Штатов, он пожизненно должен будет платить налоги в Штаты. То есть это за ним закрепляется. Иначе он должен, поэтому Тинькофф на каком-то этапе отказался от гражданства американского, но ему все равно предъявили задним числом. Поэтому вот в жизни возможности, если ты нормальный человек, огромное количество. Но я вспоминаю одну историю, это когда я был студентом, ну, считайте, там, 93-94 год, это Каир, это очень жарко, дождя не бывает круглый год. То есть, может быть, в году несколько минут, и то он дождь, если там белая одежда, то она такая, такими серо-коричневыми пятнами. Потому что пока опустится капля, она уже вся в пыли. И очень жарко. Но зимой, так как нету централизованного отопления, холодно. То есть, ну, ночью там плюс 5. Да, у нас температура 36 градусов, да, 36,6. А тут плюс 5. И помню, одну зиму даже мы были, у нас один день появился такое, как бы, то есть мы нагрели видно комнату дыханием и такой иней на окне чуть-чуть. То есть получается там, ну, уже в какой-то степени к нулю приблизилось. Это мы в обычной квартире. А наверху, на крыше есть такая категория людей, бауаба. Бауаба – это как дворник. Он просто, ну, бедный сам по себе, откуда-то из какой-то там бедуинской деревни, он оказался в Каире, и он просто, его услуга, то есть ему предоставляет какой-то минимум оплаты, какого-то проживания минимального. И в данном случае у него просто из, это не картон, а фанера, из фанеры наверху просто некое такое, как бы, помещение сделано. Как палатка? Да, как палатка.
Там сам мужчина, и он значительно старше, то есть ему, например, там, наверное, за 40 было. Его супруга, ей примерно, я думаю, лет 25, наверное, было, и у них еще несколько детей. Я даже помню, однажды на трамвайчике ехал на учебу, и как раз увидел, она сидит с маленьким ребенком, как раз в тот период, когда ночью было холодно, и он конкретно чихает весь в соплях. Ребенок, то есть нам холодно в обычных, где нормальные там стены бетонные, да, а они там в этих вот картонках каких-то. И никогда не жаловались, все равно, то есть вот их иммунитет укрепляется. Да, то есть вот, ну, я удивлялся, то есть эти люди. И жизнь такова, то что, или, например, когда порой на утренний намаз шел, то есть вот и зимой реально холодно, идешь такой прям знобит-то холодно, ну, холодно там, но это плюс 5. И есть торговцы, которые, они торгуют фруктами на улице, и вечером они просто закрывают тканью эти фрукты и ложатся на асфальт, да, просто стелят какое-то там этот, одеяло. На себе чуть-чуть микрофон. Там я вообще, ну, нашего как бы склада человек, он просто умрет там и все за ночь. Заболеет там не ковидом, еще чем-нибудь похуже. Поэтому, то есть вот человек – это просто уникальное Божье творение. И если он ставит себе конкретные цели и делает от него реально зависящее, да, потому что четко в хадисе, в высказывании пророка Мухаммада говорится о том, что простящийся или простящий открывает для себя двери нищеты. Это вообще ненормально. То есть вот эти я примеры привел, наши российские, в том числе там тот же самый каирский пример. Для чего? Для того, что если брать нашу российскую действительность, возможностей там десятки, сотни раз больше, если ты еще в такой, то есть ну ты должен быть конкретным, вообще конкретным негодяем, конкретным там ленивцем, конкретным бездельником, чтобы в такой ситуации оказаться. В середине апреля начнется Рамадан, и в прошлом году в такое же время мы с вами познакомились онлайн. Благодаря вам я держала пост осознанно, я прочитала богословский перевод Корана, и благодарю вас. И вы как-то вот облегчили, объяснили, знаете, многие, скажем, для нас такие стереотипы, вот сложности, да, нам казалось, что ласкать рот нельзя, да, там, душ принимать нельзя, там, пользоваться какими-то медикаментами, да, если там нос не дышит. Вы облегчили, и я поняла, что на самом деле, вот сейчас я скучаю по этому времени, с большим удовольствием буду держать уразу в этом году. И, но мы живем в пандемию, да, то есть ковид сделал свое дело, очень много, к сожалению, людей мы потеряли, да, и люди переболели ковидом, мучаются с последствиями, ну, у кого как, да, разные последствия. В этом году мы продолжаем жить, пандемия не закончилась. Что вы порекомендуете людям, которые, вот скажем, ну, болеют, да, сейчас? Вот что им делать? Наступает Рамадан, они каждый год всегда держали пост. Но вот если человек, может быть, в процессе болезни или в процессе выздоровления, то есть стоит ли держать пост? По сути дела, здесь, наверное, даже не стоит его брать как какую-то такую отдельную категорию. Я сам тоже переболел в начале декабря. Ну, раньше я болел и простудой, там, гриппом. Даже в школе болел воспалением легких. Это довольно тяжело, и тяжелые антибиотики тоже кололи. И ковид, возможно, я так легко перенес, но на самом деле это такого тяжелого состояния никогда ранее не испытывал, очень, ну, тяжесть или и слабость или и все остальное, то есть, ну, очень необычные ощущения, и даже ночью первые там три дня у меня ночью просыпался от просто какого-то невероятного сердцебиения, оно меня будило, и потом успокаивалось уже сердце. У каждого по-своему это проявляется, но я бы не выделял в контексте поста именно ковид, а сказал бы о том, что, например, беременная женщина, всегда четко и ясно по ним не соблюдать пост. Кормящие, порой некоторые гордятся о том, что вот я там кормящий, соблюдаю пост. Послушайте, то есть в хадисе сказано, что не надо вам соблюдать пост. Да, то есть это будьте благоразумны. Да, безусловно, в итоге женщина несколько лет пропустит. Это все, то есть это все потом компенсируйте. Есть там свои нюансы, все это очень просто и легко, не надо усложнять.
Человек заболел, я не знаю, если это с желудком какое-то заболевание, то, конечно же, и врач рекомендует не соблюдать пост, нужно строго, здесь набожность абсолютно ни при чем. То есть набожностью будет, проявлением набожности – это сохранение здоровья своего тела. У вас проблемы с пищеварительным трактом – все, пожалуйста, воздержитесь от соблюдения поста, следуйте рекомендациям врача. Но опять же, человеческий организм, он очень совершенен, если мы ему помогаем лечиться. Поэтому уж сделайте для себя выводы в правильном питании, в физических нагрузках, там, сне, чтобы уже на самом деле оздоровиться к следующему году. И ковид. Если человек вдруг столкнулся с этой ситуацией, конечно, например, там первые несколько дней, они очень тяжелые. Может быть, и последующие дни тоже. То есть здесь человек и проконсультируется с врачом, да, свои ощущения, потому что пост, как и вообще религиозная практика, это не дано человеку в мучении, в страдании, как некоторые, к сожалению, трактуют порой сами для себя, но им как-то, не знаю, это может какой-то там мазохисты какие-то, то есть им нравится там, не знаю, больно себе делать, ну, мне сложно понять их. Потому что если брать Коран и Сунну, то ад-дину юсрун, да, то есть четко в хадисе сказано, религия – это легкость. В Коране сказано «Ма джа'аля алейкум фид-дини мин харадж». То есть Всевышний для вас в религии не сделал харадж. Харадж – какое-то затруднение, усложнение. Нет. Поэтому здесь нужно смотреть, каково состояние человека. И наверняка, если это вот ковид и какое-то там простудное заболевание, то нужно больше жидкости. Вот. И в этом случае человек не соблюдает пост, а когда уже выздоровеет, то он восполнит один к одному. Пандемия внесла очень много изменений в нашу жизнь, да? Очень много онлайна, и в том числе даже в исламе. Может быть, вы слышали, сейчас популярно говорят онлайн-никях. Вот что вы думаете об этом? Относительно онлайн-никяхи, они могли быть и раньше. То есть с появлением интернета, ну, например, вот жених, его родители. Вот невеста, ее родители, родственники, одобрение отца, опекуна. То есть нету принуждения невесты, потому что в исламе это запрещено. Я не знаю, почему у некоторых народов это практикуется, но это уже там какая-то своя местная заморочка, да, нездоровая. Потому что девушка должна сама быть согласна выйти за этого парня замуж, тарады, то есть согласие невесты и жениха, проговоренное при свидетелях, это ключевое условие заключения мусульманского брака. И, например, вот они все осведомлены, они все видят, они понимают всю ответственность. А вот имама, например, я не знаю, там в этом селе, вот сейчас его не оказалось, или он в отъезде, да, или там массовые мероприятия не проводятся. Но ключевые люди, вот они здесь. Это не какой-то там сайт знакомств, где там человек какую-то там картинку, фотографию поставил, еще неизвестно за этой фотографией мужчина или женщина, или еще какой-нибудь там идиот, да, какой-нибудь маньяк. Вот, поэтому здесь вот они реальные люди, вот они реальные родители, это можно увидеть все в камеру. Да, это можно увидеть в камеру, да, но это все серьезный, ответственный подход к созданию семьи на всю жизнь. Не вопрос. Имам, если там массовые мероприятия, сложности, или его здесь нет, он может онлайн все это провести, все это спросить, уточнить. Да, вот родители, вот согласие, вот свадебный подарок, вот намерение стать мужем и женой на всю оставшуюся жизнь. Это очень важно в исламе, временные никяхи запрещены. Имам все это может дистанционно спросить, да, дистанционно прочитать дуа, оно не обязательно, просто как такое, с просьбой ко Всевышнему о божественном благословении. Вот, и это, конечно же, возможно, но это было и до пандемии. Это абсолютно нормально, ничего там нет. Но как во время пандемии, так и до нее был легкомысленный подход. Да, то есть тут познакомиться, вот сестра там, вот там жена, не поймешь что, тебе ни, никакого жилья, никакого материального обеспечения, чуть ли не комнату какую-то для нее там снимать, где-то он приехал, там временно пожил, потом уехал. С точки зрения ислама это полное безобразие. И в какой-то степени, ну вот, есть некоторые радикальные течения, которые очень хорошо финансировались на волне вот этих вот игр Запада по Ближнему Востоку, по всем этим нефтяным
делам. И вот самые грязные руки – это как раз вот некоторые радикальные группировки мусульманские, то есть вот это вот такие солдаты своеобразные. А наверху-то там зарабатывали большие деньги. И в том числе Америка на это тратила миллиарды долларов и триллионы долларов выделялись. И все это в любом случае возвращалось в карманы местных бизнесменов, которые все это там оружие производили и так далее. Так вот, вот на уровне вот этих вот некоторых солдатов там эта культура есть. У них как бы есть право, да, они такие там муджахеды, еще что-то, у них право тут с одной там пожить, там с другой пожить. Они как легко никях прочитать, так и легко и талак сделают, развод. То есть у них вот не знаю, я знаю, на что они основываются, да, это очень нездоровый подход, очень нездоровая трактовка такого животного взаимоотношения полов при формальном каком-то заключении брака, формальном расторжении. То есть это очень, ну, не знаю, такой какой-то скотский уровень отношения к семье. Шамиль Рифатович, мусульмане и вакцинация. Вот этот вопрос очень остро стоит у нас в Казахстане, потому что многие уверены, что ислам против вакцинации. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, в свое время кто-то пустил такой слух. И интернет, конечно, это вот я это называю как интернет, информационные вирусы. Он как вирус просто, вот как мы с коронавирусом столкнулись, с ковидом, то есть он начал быстро распространяться. В интернете тоже почему-то, но, как нейробиологи говорят, мозг человека все плохое впитывает как губка. Ну, даже дети очень быстро приносят из садика ругательские слова, да, моментально. То есть какое-то хорошее слово нужно ему учить, а вот плохое сразу как губка. Мозг так работает, и вот как бы глупости, к сожалению, они с учетом вот в эру интернета, они распространяются с неимоверной силой. И одна из глупостей – это как раз вот, что якобы ислам запрещает там вакцинацию. Это появилось не в период ковида, а еще раньше, потому что все-таки, ну, по-моему, лет уже 10-12, ну, из того, что я заметил, была такая волна, что вот из-за прививок некоторые дети умирают и так далее. И все-таки благоразумные врачи говорили, что, послушайте, вот, может быть, даже были какие-то, ну, там, на миллионы, какие-то единичные случаи, там, что ребенок пострадал. Хотя это может быть из-за какого-то другого заболевания или чего-то, вот каких-то обстоятельств между собой как-то сложились неудачным образом. Да? Но если брать вообще, то миллионы, десятки миллионов, в итоге сотни миллионов людей, они получили пользу от этих прививок. То есть я сам весь привит, у нас все, у всех детей были прививки. Поэтому, то есть прививка, она, ну, дает возможность иммунитету укрепиться заранее. Поэтому канонически сказать, что прививаться, да, прививки или вакцины, что это запрещено канонически, ну, это извините, это, ну, очень уж как-то смело и невежественно. Кто-то сказал, и остальные подхватили. Единственное, там, может быть, могут вынести фетву о том, что если это там сделано на основе там чего-то, каких-то запретных, харамных, очевидно каких-то вот канонически запрещенных вещей на основе этих элементов, то можно вынести фетву, да, и то там будут свои нюансы. Поэтому в современных реалиях мы, ну, целый мир пережил уже год как ковид, и понятно стало, что все не так просто. И я в начале декабря переболел, ну, милостивышнего, спокойно достаточно, но, как я всегда говорю, укрепляйте иммунитет, мне кажется. Это важную роль играет. И настрой человека тоже очень важно, потому что у супруги и отец, и мама, они заболели оба, но мама умерла, отец жив остался. И у мамы сразу поражение 75%, у отца только 25% было. Но она последние годы два, ему уже за 80, она последние годы два говорила, что мне уже, то есть она занималась спортом на свежем воздухе, все, за собой смотрела, верующая, набожная, но она говорила, все уже, мне как бы, ну, жизнь моя подходит к концу, жизнь моя подходит к концу. И как бы она просто завершилась, ну, вот именно в таком виде, и, ну, для нее это было абсолютно ровно, спокойно, как бы, вот. А отец, наоборот, он очень такой, весь такой живой, хотя оба они живые, активные. Но он, наоборот, там, шахматистом там, и так далее. И поэтому у него он быстро очень вылечился.
Вот, и если, то есть, когда проверял уже в январе, я просто чекап проходил, мне сказали, что я до этого не проверялся, это ковид или нет, я не стал, чтобы не посадили меня на двухнедельный карантин. Здесь мне на чекапе сказали, да, у вас антитела, очень хороший уровень, по антителам значительно выше нормы, то есть все нормально, иначе вы переболели. Далее, нужна ли таким, как я, вакцина или нет, это сейчас врачи говорят, так, сяк, еще что-то. Если человек не болел, то есть и уже проверены, там российская вакцина, она уже проверена, все прошло все эти этапы, там все довольно сложное, большое количество требований, чтобы ее разрешили к использованию. Но все хорошо. У Европы пока не получается, местные вакцины, почему-то люди у них умирают, в том числе в Швейцарии, как говорят, но не знаю. Но вот когда все-таки научный мир получит такую вот вакцину, которая себя подтвердила, то это абсолютно нормальный, здоровый подход, в том числе канонически, если никаких препятствий, запретов нет, как и прививки, для того, чтобы получить дополнительную защиту, то есть выработать в организме дополнительную вот эту степень иммунитета относительно данного вируса. Здесь какие-то запреты канонические, вы думаете? Безусловно, я могу сказать, что кто-то может там как-то косвенно вынести такое решение или мнение, не вопрос, пожалуйста. Но сказать, что это в исламе запрещено, нет, такого нет. Шамиль Рифатович, и последний вопрос. Мужчины и женщины в исламе равноправны? Потому что сейчас очень много говорят о гендерном равенстве. Вот мне интересно, как в исламе. Я, конечно, для меня это интересная тема, могу очень много чего сказать. Но давайте лучше центрально я вам процитирую один аят из Корана. Давайте. Не знаю, в курсе вы или нет, но в заключительном Священном Писании, в Коране, есть сура женщины, но нет суры мужчины. Есть сура женщины. Это уже уровнем повыше. С точки зрения, если второе, с точки зрения арабского языка, когда идет обращение мужское, подразумевается и женщины. А когда обращение к женщинам, мужчины не подразумеваются. В итоге о женщинах в Коране говорится больше и обращение, если брать. Потому что там они охватываются, а здесь мужчины исключаются. И я думаю, что вот прямо четким пониманием, что это равноправие, просто оно у женщин такое вот особое благоухание, особое величие. Но, к сожалению, большинство вот это, за этими черными, там, я знаю, мешками, там, чадрой или там еще какими-то там вещами непонятными действия некоторых мужчин. То есть как-то вот это все теряется, к сожалению. Но вот величие женщины в исламе, оно есть, уж поверьте на слове. Ну вот вам одна цитата. «Стаиду билля». وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. То есть, совершающие صالحات, благодеяния, неважно, мужчина это или женщина, если они являются верующими, то они непременно войдут в рай и ни в чем не будут ущемлены. То есть абсолютно, вот с точки зрения арабского языка, мужчина, женщина, вера, благодеяние, райская обитель и даже намека на притеснение не будет. Шамиль Рифатович, вы меня успокоили, что для Всевышнего и мужчины, и женщины равноценны. То есть мы все люди, и перед Всевышним мы все равны. Но я все равно бы добавил бы, с учетом вообще коранического текста и высказываний пророка, что у женщин особое положение. Вот это вообще особое. Еще круче. Да, то есть оно особое положение с точки зрения беременности, рождения детей, воспитания. То есть это очень особо. И тоже такой маленький штрих в Коране, когда говорится, да, что в семье муж является старшим, в семье, но говорится «бима анфаку мин амуалихим», то есть с учетом того, что они обеспечивают семью. Поэтому семья, где жена обеспечивает мужа,
Здесь уже идет перекос, и учтите, здесь уже велика вероятность, что все-таки она является главной, нужно к ней прислушиваться. То есть и в том случае нужно прислушиваться, да, но здесь вот за мужчиной в исламе не закреплено вот так, ты мужик, и поэтому за тобой вот такое, как бы ты там руководитель. Абсолютно нет. То есть являясь руководителем, это значит, ты ответственен, на тебе дополнительные обязанности, ответственности. То есть это все не так просто, как вот у людей примитивно, что ты жена, все там и молчи. Такого нету в исламе. Это очевидно, даже вот так сказать, ты жена и молчи, это очевидный зульм, притеснение другого человека. Я здесь не ради красного словца это говорю. То есть это в исламе зульм, притеснение, это очень жестко, и постоянно в Коране говорится: «Инна Аллах ля юхиббу залимин». Поистине Всевышний не любит притесняющих. И даже ситуация, когда там родитель может оскорбить ребенка или ударить ребенка, это тот же самый зульм. Ему никто не дал права это делать, потому что это отдельно взятый человек, и у тебя ответственность за его воспитание, а не то, что ты имеешь право. Нет, такого права тебе никто не давал. Отличное завершение интервью. Шамиль Рифатович, я вас благодарю. Благодарна вам за вашу большую работу. Мы в Казахстане вас очень любим. И я очень рада, что мы сегодня находимся в Москве, записали наше офлайн-интервью. Я себе эту галочку поставила еще в прошлом году. И вот сегодня я молодец. Супер. Я в любом случае рад встрече. Ваша активность, конечно же, поражает. Ну и чувствуется вот эта вот закалка журналиста. Так что спасибо, все было очень, ну я считаю, для меня тоже полезно. Спасибо, благодарю вас.